находимся в тихом, вечернем, спокойном городе Акка. Это безумно красивое место. И самое интересное, что можно спокойно, вот как вы видите девушку в кадре, да, вроде светленькая там, и она спокойно, наверное, позирует для кого-то и чувствует себя в безопасности. Но иногда бывают такие люди, я не знаю, удастся нам поймать его в кадре или нет, такие вечерние прохожие, да, они ходят в капюшонах и вообще просто могут иногда вырвать сумку. Но, наверное, все-таки в этой ситуации этого не будет. Экскутик!